новый храм поселка имени Куйбышева частицу мощей блаженной Матроны Московской доставили из Никольского собора. Это одна из самых почитаемых православных святых. От рождения она имела дар исцелять людей и была известной подвижницей за веру в Бога. Наверное, нет такого человека, который не знал бы, кто такая блаженная Матрона Московская. Она помогает в здоровье, к ней обращаются с любыми нуждами. И для нашего храма это, конечно, огромное событие. Вот, так как храм новый, современный, функционирует как год только. Вот, и не очень много людей знали про этот храм. И вот благодаря вот этому событию, что привезли мощи блаженной Матроны Московской, люди начали узнавать, начали приходить, прикладываться, молиться. По телевидению узнал, что привезли мощи Святой Матроны. И мы пришли все семьи. Конечно же, только здоровья просить. Для своих детей, для себя, для близких. Стараемся, не всегда, конечно, получается. Но ради такого нашли время. Насколько мы знаем, Матрёнушка очень помогает людям и в семейных отношениях, и в бедах. Мы знаем, я сама лично была в Москве, ездила к мощам Матрёнушки. Там отстояли очень большую очередь, почти целый день стояли, чтобы прислониться к Матрёнушке, поблагодарить ее, попросить о чем-то. А здесь их привезли, пожалуйста, приходите, просите Матрёнушку, благодарите Матрёнушку. Простому народу всегда было проще обращаться к таким старицам, да, как Матрона, есть Любушка Рязанская, есть Ксения Петербургская. Таких святых у нас достаточно. И нам, простым людям, всегда проще как-то у них просить. Верующие поселка имени Куйбышева получили доступ к святыне 25 декабря. 27 числа мощи святой блаженной Матроны перевезут в Оренбургский мужской Дмитриевский монастырь, где они пробудут в течение 2 недель. Гульнара Давриталинова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.